Ольга Болдырева, блокадный мишка. Печь-буржуйка совсем остыла, стало в комнате холодно слишком. В целом мире время застыло, тихо хнычет мой младший братишка. Одеяло больше не греют, мы лежим, прижавшись друг к дружке. Громко воют злые метели, стала камнем холодным подушка. А вчера также выла сирена, и кричали на улице люди. А у мамы сегодня смена, значит, хлебушек вечером будет. Брат сжимает в своих объятиях мишку с вырванной левой лапой. Мама в печке сожгла все платья, а без мишки он очень плакал. Расскажу я тебе, братишка, о том мире, где только лето. Я читала об этом книжке. Там, наверное, папа наш где-то. И, наверное, бабушка наша. Ты скучаешь по ней, братишка? И, быть может, к лучшему даже, что звучат твои всхлипы все тише. Ты поспи до прихода мамы, и горячий чай у нас будет. А во сне ты увидишь страны, где не знают о войнах люди. Все закончится скоро, конечно. Нас спасут, все станет как надо. Ведь зима не бывает вечной, лишь бы только дождаться мамы. Тихо падает старый мишка, тот, что с оторванной левой лапой. Осторожно толкнул братишку. Ты зачем его бросил на пол? Эй, проснись! Возвратилась мама! Почему ты молчишь, братишка? Столько лет прошло, а в кошмарах мне все снится плюшевый мишка.